Что такое твое истинное эго? Это не твое физическое эго, которое разделяет тела или всякие свойства. Ненависть, зависть, власть, корысть. Да, мы таким образом отталкиваем друг друга. А духовное эго — это когда я измеряю расстояние между точками в сердце, а не между нашими свойствами. Не то, как я использую его в нашем мире, а как я использую его в духовном. Твою душу желаю я, а не тело. Это желание клипот. Но на самом деле использовать тебя — это все еще ничего. Вот использовать его — это мастерство, говорит мне клипа.